Саламатсыздар, құрметті отандастар, здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой прямой эфир, и сегодняшняя тема – это положение, военное положение в Украине. И я думаю, что многие из вас уже знают, что вчера произошел конфликт в Херченском проливе. Российские военные суда атаковали украинские. Были ранены люди. Российские военные корабли ранили катер Украины. И вот, собственно, вчера было заседание экстренное Совета Безопасности в Украине. И президент Украины Порошенко обратился к Верховной Раде о том, что необходимо ввести военное положение сроком на 60 дней. Я в этой связи ночью написал пост о том, что теперь эти события начнут очень сильно сказываться, в первую очередь, конечно, на России. Но с учетом того, что Казахстан является членом таможенного союза, эти последствия будут сказываться и на Казахстане. Вот. Сегодня я в этой связи хотел изложить свои видения, какие проблемы возникнут в Казахстане в связи с этими событиями. Ну, во-первых, прежде чем поговорить о сути этого конфликта и о его последствиях, я хотел бы ответить некоторым нашим гражданам, которые заявляют, зачем нам Россия, зачем ее критиковать, давайте заниматься только Казахстаном и так далее. Это очень недальновидные комментарии, и хочу сказать, что даже в древние времена дикие племена, неважно какие они были, или казахские, или любые другие. Вообще, люди всегда выставляли сторожевые посты, объединялись и внимательно следили за границами своего местоположения, как будут себя вести соседи. То есть я подчеркну, даже дикие племена всегда следили за соседями. Даже дикие племена имели своих разведчиков, которые выясняли намерения соседей, нет ли у них агрессивных планов по захвату, нет ли у них планов захватить нажитое годами даже тех самых диких племен. То есть представьте себе, об этом думали дикие племена. Поэтому, конечно, когда какие-то звучат комментарии о том, что давайте мы не будем комментировать действия соседних стран, это просто по меньшей вере недальновидно. То есть представьте себе, если дикие племена об этом думали, как может об этом не думать современный человек? При этом мы находимся в окружении не самых добрых соседей, которые превышают их возможности многократно и военные мощи. И недавно Казахстан только вышел из состава Советского Союза, как многие другие республики. Совсем недавно именно агрессивная политика Путина привела к тому, что у Украины был отнят Крым, который является собственностью Украины, и подписаны международные соглашения еще в начале 90-х годов, и гарантами выступали США и Россия. В первую очередь Россия была гарантом этого соглашения в обмен на то, что Украина согласится передать ядерное оружие России и станет безъядерной державой, были даны гарантии Украине, что ее границы незыблемы и не будет никакого военного вторжения на территорию Украины. Как видите, эти обязательства Россия не исполнила. И мы, как независимая страна, которая думает о будущем наших граждан, думает о будущей нашей страны, мы, безусловно, должны очень внимательно следить в первую очередь за своими соседями. Так, как поступали даже дикие племена, не то что современные граждане цивилизованной страны. Это первое. Второе, хочу обратить ваше внимание, что у нас в России довольно серьезный торговый оборот. В общем балансе она номер один. То есть от того, как развивается эта страна,
От того, как развиваемся мы, многое зависит. И второй торговый партнер – это Китай. И, конечно, мы должны ясно представлять себе намерения наших соседей. Мы имеем серьезный торговый оборот с международным сообществом. Более 50% в нашем торговом обороте составляют страны Европы и США. И, конечно, мы опять же должны знать, какую политику проводят эти страны и каким образом с ними можно сотрудничать во всех сферах жизни. И такие комментарии, когда нам говорят, что давайте думать только о себе и вообще не вмешиваться, не смотреть, как развиваются другие страны, не комментировать, это я и таким образом хочу показать, что это не просто недальновидные комментарии, они просто глупые. Они глупые, которые могут создать нам огромные проблемы в нашей стране. Мы являемся субъектом глобального мира. Казахстан не находится где-то на другой планете. И наши граждане покупают одежду, покупают продовольствие, покупают технологии из других стран мира. И в этой связи я еще раз хочу сказать, что мы должны и обязаны наблюдать и участвовать в мировой политике. И каким образом теперь возвратимся к Казахстану, Назарбаев участвовать в мировой политике? Мы находимся привязанными к таможенному союзу, или как его называют, таежный союз, подчеркивая таким образом дикий этот союз. Еще раз я хочу подчеркнуть, мы как будущее правительство демократических выборов Казахстана заявляем, что будем сотрудничать с Россией, с Китаем и со всеми странами мира на полноценных добрососедских отношениях. Но мы будем проводить независимую политику. Нынешний союз, так называемый таможенный союз, он вреден для нашей страны. И в последнее время мы убеждаемся, что он не просто вреден, а он опасен. Потому что именно невменяемый Путин выстраивает внешнюю политику, очень агрессивную, выстраивает военные практически отношения со всеми ведущими странами мира. И мы становимся жертвой его политики. Он, как член Евразийского сообщества, не спрашивает мнения ни у Казахстана, ни у Белоруссии, ни у Армении, ни у Кыргызстана. Он проводит самостоятельную политику. Самостоятельную политику, которая бьет по нашим странам. Мы, войдя в Единый таможенный союз, получили только одни минусы. Как только в 2010 году были подписаны соответствующие документы о вхождении в таможенный союз, вы можете проанализировать торговый баланс страны. Он из года в год только ухудшался. Жизнь ваша из года в год становилась все хуже и хуже. И девальвация двукратная за последние несколько лет, которая произошла, это в первую очередь связано с тем, что мы находимся не в том союзе. Это во-первых. Во-вторых, любой человек, маломальски знакомый с экономикой, вам скажет, что за 29 лет правления Нурсултана Назарбаева Казахстаном мы не добились никаких успехов именно в сфере собственного производства. Мы не производим самые элементарные – одежду, мебель, обувь. Мы не производим оборудование. Мы ничего не производим. У нас страна фактически как бензоколонка работает и как барахолка. Это торговые центры и те заводы, которые ранее остались нам от Советского Союза, которые производят разные металлы, цинк, свинец, медь или черные металлы, как Карагандинский металлургический комбинат, а также нефтедобывающие предприятия. Вот все, что нам осталось от Советского Союза, они даже не модернизируются, просто качаются в большем объеме. Ну и потом посмотрите, наша бензоколонка, это Казахстан, наша бензоколонка, имеет 3 нефтеперерабатывающих завода. Они были построены в советское время. И до сих пор никто не может серьезно похвастаться, что вот произошла такая масштабная модернизация 3 заводов. Да, мы купили в Румынии заводы 40-х годов. Потратили свыше 5 миллиардов долларов на эти старые заводы. И несем убытки непрерывно, при том, эти предприятия сейчас невозможно даже за 500 миллионов долларов продать. Купив все это и потратив свыше 5 миллиардов долларов, мы даже за 500 не продадим. Вот, собственно,
куда деваются активы страны, как вы понимаете. И мы должны понимать, что нынешняя политика, как внешнеэкономическая, так и внешнеполитическая, она завела страну в тупик. Какие последствия сейчас можно ожидать? Ну, собственно, как я ночью написал, что Россия однозначно получит усиление международных санкций. Как вы знаете, в конце августа Соединенные Штаты Америки объявили о первом этапе санкций, связанных с тем, что произошло отравление семьи Скрипалей в Англии. То есть фактически на территории чужой страны была организована химическая атака. Были нарушены ряд международных договоров, которые подписала еще независимая Россия в 1993 году. И к этим санкциям присоединилась Англия и очень много других стран. В ноябре ожидались новые санкции. И этот процесс был не быстрый. Американцы разрабатывают новые санкции. Какие-то санкции уже были применены, но именно масштабные санкции, которые очень серьезно ухудшат положение в экономике России, еще не были объявлены. И вот представьте себе, вчерашними действиями на Керченском проливе Путин фактически спровоцировал активность в этом направлении. Я убежден, что в какой-то обозримый короткий период Европа и Америка среагируют на эти действия. Украина объявила военное положение сроком на 60 дней. Это значит, сейчас будет эскалация между двумя странами. В итоге это приведет к тому, что курс рубля еще раз упадет. И, как вы знаете, тенге привязан к российскому рублю. Приблизительно за 1 рубль дают 5,3 или 5,5 тенге. И вот если российский рубль сейчас снова ослабнет, это значит ослабнет тенге, и мы можем ожидать, что курс приблизится как минимум 400, ну и скорее всего в ближайшие несколько месяцев мы можем ожидать, что он перевалит за 400 тенге. Когда члены правительства в лице министра экономики Сулеймена выступают и заявляют, что якобы Казахстан является, не сильно зависит от России, якобы 80% продовольственного и другого рынка мы производим сами, и поэтому падение даже на 10-20% курса иностранных валют серьезным образом не повлияет на нашу страну. Как вы понимаете, это все не соответствует действительности. Жизнь, она просто опровергает немедленно все его слова. И там просто сидят недоучки в правительстве или просто люди, которые выполняют политическую волю Нурсултана Назарбаева и не говорят правду. Собственно, когда обвалится курс тенге, вы это сразу на себе почувствуете. И сейчас все анализы говорят о существенном подорожании на рынке. И инфляция, если правительство заявляет на уровне 7%, она опять же не соответствует действительности. Вы посмотрите, как цены выросли. Теперь представьте себе, что союзник Казахстана, Россия, запрещает транзит, например, куриных окорочков через свою территорию. Почему? Как может быть так, что свободное перемещение товаров это является обязательством России, международными договорами закрепленные? Получается, эти товары не могут поступить в Казахстан, и как следствие, вы знаете, что цены на куриные окорочка в Казахстане поднялись как минимум в 2 раза. Что за союзник, который действует односторонне? Что за союзник, который всеми своими шагами ухудшает не только свое экономическое положение, но в первую очередь ухудшает положение своих союзников? И как это может быть, чтобы союзник любые свои действия, которые влияют на экономическое положение соседней страны, не согласовывает, не обсуждает и все проводит в одностороннем порядке? Ну, известно, что в ближайшее время намечается встреча представителей Казахстана и других стран, которые являются членом Евразеса. Речь идет об углублении интеграции. Речь идет о введении единой
валютой. Ну, как известно, что валюта может быть в этом случае только одна, российский рубль. То есть Путин шаг за шагом пытается построить Советский Союз. Назарбаев шаг за шагом сдает наш суверенитет. Шаг за шагом. Эта ситуация может измениться только при тех обстоятельствах, когда мы выйдем из таможенного союза с Россией. Еще раз хочу сказать, мы будем поддерживать дружественные отношения со всеми странами, и с Россией, и с Китаем, и с другими странами. Но мы будем проводить независимую политику, которая выгодна именно Казахстану. Мы должны свободно торговать со всеми странами мира. Вы посмотрите, что сейчас происходит. Даже вот на автомобилях мы покупаем «Жигули» образца 70-х годов. Это лицензия итальянской компании Fiat. Даже нынешние комплектующие России покупаются всего мира. Она не является оригинальным автором-производителем этих «Жигулей» или как они называют «Лада». Это старая допотопная машина является доминирующим в нашей стране, потому что любые другие импортные автомашины наши потребители должны оплачивать из своего кармана, платить больше разными сборами, пошлинами и так далее. То есть мы искусственно защищаем автопромышленный рынок России. У нас нет своего производства, у нас есть копии российской «Лады», у нас нет своей автопромышленности, и мы, получается, защищаем плохое, некачественное изделие из России. Зачем нам это нужно? И, собственно, это так везде, повсеместно. Именно поэтому, когда в России происходит ослабление национальной валюты, автоматом происходит ослабление тенге, именно потому, что мы не защищаем свою промышленность, именно потому, что мы не производим сами те товары, которые мы давно должны были производить. 29 лет Нурсултан Назарбаев у власти. Китай, реформы, именно политические изменения начались в 80-х годах, в конце 80-х годов. Но уже через 10 лет Китай завалил рынок своими товарами. Сначала товарами легкой промышленности, а затем уже, как вы знаете, даже высокотехнологичные товары, как телефоны, различные оборудования и все прочее. Это все произошло за каких-то 10 лет. Посмотрите, что произошло с Эмиратами Дубая, вообще Объединенными Арабскими Эмиратами. За 20 лет страна с верблюдов перекочевала в самолеты, дроны, высотные здания, самые высокие в мире. Это все было сделано за 20 лет. И когда Назарбаев говорит, что казахи никогда не жили так хорошо, конечно, вы понимаете, что он лжет. В конце 80-х годов китайцы на границе зачастую ходили с деревянными автоматами и винтовками, изображающие, что они настоящие. Настолько у них была плохая экономическая ситуация. А сейчас посмотрите, фактически это вторая страна в мире. Вторая страна в мире по своим вооруженным силам. Бурно развивающая. Да, она отстает, безусловно, от любой европейской страны. Доходы на душу населения порядка $700 в среднем на человека. Но этих успехов страна добилась буквально за 10 лет. И сейчас идет стремительное развитие. Поэтому мы должны ясно сознавать, что только независимая политика, только та, которая выгодна нашей стране, должна и будет являться именно приоритетом при выстраивании международных отношений. И очевидно, теперь, я надеюсь, основная часть населения понимает, что Евразийский таможенный союз нам не просто вреден, он стал опасным. Он стал опасным, потому что Россия нас вовлекает именно в международные конфликты. Политика России приводит к тому, что наша экономика и жизнь наших граждан начинает страдать от агрессивной политики именно Путина. Вы можете наблюдать, как десятки тысяч людей выходят на улицу и требуют отставки Путина и говорят, что он вор. Сейчас его рейтинги сильно упали. Более 60% россиян уже ему не доверяет. При том всем, что выборы прошли буквально полгода назад. То есть вы понимаете, да, что на самом деле, как бы он ни прятал реальное отношение граждан России к нему, оно к нему негативное.
Это идентичный режим, как в Казахстане, коррумпированный, где у власти процветает только политическая верхушка. Мы должны четко и ясно осознавать. Это нынешний режим, мы можем только с ними поддерживать отношения как географически, как страна, но мы не должны ориентироваться на нее как на торгового политического партнера. Потому что вчера, совсем недавно, Украина была такой страной, я уже не говорю о том, что это славянская страна, братская страна по заявлению самой России, было подписано множество соглашений, которые были просто нарушены. Если возвратиться к вчерашнему конфликту, даже исключить тот фактор, что Крым именно принадлежит Украине, я хочу сказать, что сейчас многие эксперты просто вам показывают, есть договора 2003 года между Украиной и Россией, которые говорят, что Азовское море является морем двух стран, и никакие ограничения в этом случае в соответствии с соглашениями не должны быть. То есть свободное перемещение кораблей, грузов и всех прочих. И даже это соглашение Россия нарушила. То есть сейчас я даже буду говорить не о России, сейчас я буду говорить о политической верхушке в лице Путина. Эти руководители, так называемые, которые захватили власть в России, им нельзя доверять. Все равно очень скоро произойдут политические изменения. В марте Нурсултан Назарбаев будет пытаться провести на позицию президента страны Дарига Назарбаева. Я думаю, что в начале года он объявит о досрочных выборах, и в марте он постарается провести Дарига Назарбаева во власть. Мы должны отчетливо себя понимать, что изменения неизбежны. Дарига не справится с управлением. Нынешняя политическая верхушка ничего хорошего не сможет сделать для страны. У них было время. 29 лет Нурсултан Назарбаев был у власти. Каждый год что-то обещал. Говорил о программах 2010, 2020, 2030, 2050. Ну, как в свое время Хрущев обещал о строительстве коммунизма. Мы все видим, в какой ситуации находится наша страна. Основная часть населения бедствует. И эту политику новая политическая верхушка, даже при существующем Нурсултане Назарбаеве, когда он будет занимать пост руководителя Совбеза, эта политика не изменится. Поэтому неизбежно в ближайшее время, обозримые сроки, Назарбаев потеряет власть. Я заранее хочу объявить, что в этом случае Казахстан должен и обязан проводить независимую политику. Независимый, дружественный со соседними странами, но независимый. Выйти из таких союзов, как Единый таможенный союз, который и вреден, и опасен нашей стране. И мы, как новое правительство, демократического выбора Казахстана, многократно заявляли, что мы разовьем именно внутреннее производство, именно при правительстве демократического выбора Казахстана, который изберет народ на новых, открытых, честных выборах, мы построим новое правительство, которое будет выполнять волю народа. И я еще раз хочу напомнить, что мы озвучили уровень заработных плат, который будет выше как минимум в 3-5 раза относительно текущих. Существует множество программ демократического выбора Казахстана, и еще ни один человек со стороны правительства не оказался в состоянии подвергнуть критике или опровергнуть наши программы. 16 декабря эта власть будет лицемерно проводить дни памяти, напоминать, что вот именно 16 декабря Казахстан якобы добился независимости, хотя из Советского Союза вышли все, включая Россию, и мы остались единственные, которые просто даже не объявили в числе последних о своей независимости. Но Султан Назарбаев самый последний объявил о выходе из Советского Союза, когда там уже вообще никого не осталось. И как вы понимаете, так называемый День независимости — это просто день фальшивый. Независимость просто нам сама по себе пришла, и не было в этом никакого усилия ни со стороны Султана Назарбаева, ни со стороны нашего народа. Это был просто подарок при развале Советского Союза. Мы, в свою очередь, объявили, что предлагаем этот день
объявить днем памяти и днем скорби. 16 декабря официальные власти проводят различные мероприятия, возложение цветов, венков к памятным местам. Они есть в каждом населенном пункте, в каждом городе. И мы, обращаясь к вам, уважаемые соотечественники, призываем 16 декабря почтить память тех, кто пострадал в 1986 году. Пострадал в декабре, 16 декабря 2011 года, именно Жаназенцев. Именно в этот день прийти, проявить солидарность, именно в этот день мы посмотрим и увидим, насколько нас много, чтобы понять, что мы способны на более решительные действия. На более решительные действия, когда мы объединимся, консолидируемся, объединимся вокруг демократического выбора Казахстана. Это время уже все больше и больше приближается. Особенно этот день сильно приблизится, когда в начале года Нурсултан Назарбаев ведет во власть Даригу, свою дочь, назначит ее фактически президентом, фальсифицируя итоги выборов. Именно после этого начнется стремительное изменение политической ситуации в стране. Я еще раз обращаюсь к вам, призываю вас выйти 16 декабря на акцию солидарности, на день памяти, день скорби. Это не митинг, это не баррикады, это просто отдать дань уважения нашим соотечественникам. Алга, Казахстан!